рыбалка продолжается. Вот, друзья, Онежское озеро, выбрались половить. Вот там вот открытое озеро через 1 километр. Будем пробовать искать окуня. Метров глубина. Вот поймал пару окушков. Вот такой красивый лед вокруг. Что-то покрупнее. За таким я сюда и ехал, честно сказать. А то какие-то мелочевка поклевывала. Таких десяточек, и рыбалка удалась. Рыбка показывает в эхолоте, но более деликатную снасть надо. Вот 3 штучки слунки, и клев здесь прекратился. Надо бурить новую луночку. Ловлю на блесну цепочкой. Перейду на другую. В общем, эта луночка, друзья, дала, наверное, 6 окуньков, один более-менее нормального размера. Поэтому немножко продолжу буриться, пойду вдоль берега, вдоль скалы. Ну что, пока рыбка не клюет. Обеденный перерыв у него, видимо, и тоже решил перекусить немножко, пообедать, так сказать. На природе оно вдвойне вкуснее. Обратите внимание на шикарную карельскую природу. Лес, сзади меня скала. Пить соку углеводов. Время сейчас, наверное, 1:30.
может быть, через часик рыба еще проклюнется. Хочу поискать крупного окуня. Здесь у скалы глубины 11, 12, 13 метров. Перепады на 7. Быстренько пробежался перед обедом. Ни одной поклевочки не было. Точнее, одного ёршика поймал. Яичница. Перекус и продолжим рыбалку. Друзья, очередная лунка, еще поймал штучки 4 на окунька, чуть покрупнее стал ловиться, на предыдущей лунке тоже, наверное, 4 поднял, но разовые поклевки были, поэтому камеру не настраивал. О, была поклевка. Переходим на другую лунку. Нормального размера рыбка. Пакетик.
отловил сегодня на блесенку. Валио. Такая финская блесна.